Весело, легко и беззаботно проводят время перед началом второй учебной четверти зареченские школьники. Специально для них в детской школе искусств подготовили эстрадно-цирковую программу «Ура, каникулы». Концертная программа насыщена, потому как принимает очень много различных видов искусств коллективов. Это ансамбль классического танца «Грация», это цирковой коллектив «Виктория», это фольклорный ансамбль «Летечка», театр «Моды Дива», премьера вокальной студии, вокальная студия «Авантаж». Поэтому программа насыщенная, разножанровая, ну и, соответственно, по тематике. Ведут программу два клоуна а-ля «Это октябрь» и «Ноябрь». В дни каникул эстрадно-цирковое представление смогли посмотреть более 1500 зареченских школьников. Оно дважды прошло на сцене ДШИ. Сюда приходили целыми классами. Ребят, любите цирк? Да! А что вам больше всего нравится в цирке? Циркачи, акробаты. Еще что? Воздушные гимнасты. Медведи. Клоуны. А если бы вы пошли сами заниматься в цирковую студию, какой вид вы выбрали бы искусство? Гимнастику, акробатику. А почему именно эти направления? Они красивые, когда выступают. Да. 6 ноября в зрительном зале детской школы искусств свободных мест почти не было. Вместе со школьниками гостями праздника стали дети, отдыхающие в городском оздоровительном лагере при 229-й школе. Нравится вам в лагере? Весело? Да! А что больше всего нравится в лагере? Мне нравится, как у нас физкультура проходит, игры всякие, мы гуляем, все такое, спим, едим, нас всем кормят, там вкусняшки дают. В дни осенних каникул для зареченских школьников были организованы десятки культурных, спортивных, познавательных мероприятий. Так что с уверенностью можно сказать, каникулы прошли на ура.